Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 36-м уроке видеокурса «Landing Page для начинающих». И в этом коротком уроке я хочу вам показать, как делать параллакс секций или блоков. Помните, когда мы с вами делали сайт, у нас первый экран один блок, например, второй экран второй блок и так далее. Возможно, вы уже догадались, как это делать, если вы смотрели мои предыдущие уроки. Но я вам все-таки покажу. Вот пример моего лендинга. Смотрите, я прокручиваю сайт. Первый блок у нас движется. Видите, второй стоит на месте. Его перекрывает следующий блок. Смотрите, двигаюсь дальше. Картинка стоит, перекрывается следующим. Достаточно популярный эффект. И сейчас вы узнаете, как делать такие блоки. Я покажу на примере вот этого лендинга, который мы с вами создавали. Давайте возьмем второй блок для примера. То есть смотрите, мы как вообще делаем, да? Мы берем, например, инструмент прямоугольник, рисуем наш блок и делаем его заливкой. Ну, чтобы видеть прокрутку, нам нужно залить этот блок каким-то изображением. Поэтому мы его выделяем, идем туда заливка и добавить. И выбираем картинку с вашего компьютера. Я выбрал такой город. Вы можете здесь его разместить где хотите. Картинка желательно должна быть большого размера. И здесь заполнение. На данном этапе, если мы просмотрим в браузере, то мы просто видим сзади симпатичная картинка. Мы крутим, да, и все блоки движутся, ничего не происходит. Чтобы получить такой прекрасный эффект, это делается очень просто. Мы идем обратно заливка. Из прошлого урока вы помните уже подобное действие. Кнопка прокрутка. И здесь всего лишь навсего нужно поставить галочку перемещения. И при этом все виды перемещения должны стоять на нуле. То есть 0, 0, 0, 0. Убедитесь в этом. То есть по сути мы просто закрепляем изображение в одном месте. И теперь давайте посмотрим. Я прокручиваю страницу, и вы видите, как сзади наш тот город, он как бы зависает и дает очень красивый визуальный эффект. И также можно потом сделать следующий блок, то есть, соответственно, через блок, да, не друг за другом, а через. Видите, как красиво получается. Одним простым действием, а у нас получается вот такая красота. Думаю, здесь все понятно, урок получился небольшим, зато полезным и красивым. Теперь вы сможете использовать данный эффект на своих лендингах. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!